Проблемы в области прав человека были одной из тем обсуждения на встрече Владимира Путина с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте. Он обратил внимание на закон о запрете пропаганды гомосексуализма, принятый в некоторых регионах России. По мнению голландского премьера, это может ущемлять права сексуальных меньшинств. В свою очередь, президент России подчеркнул, что такие законы принимаются не на федеральном уровне, а на региональном и вместе с тем отражают настроение в обществе. Кроме того, Владимир Путин напомнил о том, что в Нидерландах есть партия, которая поддерживает педофилию. Я с трудом себе представляю, чтобы какой-то суд в Москве позволил бы функционировать организации, которая пропагандирует педофилию. В Голландии это возможно. Есть такая организация. Я с трудом себе представляю, чтобы у нас сейчас вот заработала партия, которая представлена в парламенте, которая против того, чтобы женщины были в политике. Но здесь есть такая партия. И надо просто лучше слышать друг друга и уважать друг друга. Понимаете, представьте себе, что если бы у нас такая организация появилась, которая пропагандирует педофилию. Ну, слушайте, я думаю, что в некоторых регионах Российской Федерации люди бы из оружия взялись.